Представители Украинского национального комитета Международной торговой палаты прибыли на региональный форум в Запорожье, обсуждали аспекты сотрудничества и подписали договор о совместной работе. Сотрудничество с Украинским национальным комитетом Международной торговой палаты для Запорожья – большой шаг вперед. Международная палата представляет интересы бизнеса и промышленности, имеет свои представительства и национальные комитеты в 94 странах мира. ICC Ukraine работает исключительно с крупным бизнесом, защищая при этом его интересы. Так, уже много лет эта торговая палата активно сотрудничает с предприятием «Моторсич». Теперь настало время привлекать и других запорожских промышленников к работе Международной торговой палаты, уверен городской глава Александр Син. Запорожье является крупным промышленным центром, и наряду с малым и средним бизнесом здесь работает более 200 промышленных предприятий. Для нас такое сотрудничество является очень важным, и я считаю, что мы можем помочь через этот механизм нашим промышленным предприятиям города. Сотрудничество города и ICC Ukraine планируется в сфере энергосбережения и альтернативных источников топлива. Для этого в Запорожье собираются привлечь иностранных инвесторов. ICC Ukraine в такой работе заинтересована. И я думаю, что этот канал мы можем эффективно использовать, вот эту базу данных, для того, чтобы представлять инвестиционные проекты наших промышленных предприятий. Поэтому вот это направление тоже будет одним из основных в нашем сотрудничестве. Помощь в поиске инвесторов. Сегодня мы хотим в диалоге с властью непосредственно говорить вопросы проектов, которые будут приоритетны, которые власть будет поддерживать, которые власть будет сопровождать, понимая, что инвестор, войдя в город Запорожье, работая с руководством мэрии Запорожья, должен ощущать комфорт и понимать, что ему интересно работать здесь, зная, что его поддерживают. Самая главная задача – это привлечение инвестиций в область, б – это нахождение зарубежных и отечественных инвесторов. Третье – это обучение персонала предприятий и организаций всем нормам международной торговли. В завершении работы форума между Запорожским городским советом и Украинским национальным комитетом Международной торговой палаты был подписан договор о сотрудничестве.